Кировский городской дворец культуры стал местом встречи ветеранов труда в сферах культуры, образования и спорта. Многие из них долгие годы трудились бок о бок, поэтому за чашкой ароматного чая им было что вспомнить. И что обсудить, ведь тем, у кого призвание быть учителем и наставником, отдых даже заслуженный, только снится. Каждое их слово на вес золота, а накопленный опыт и вовсе бесценен. Композиция ансамбля танца «Экситон» называется «Весна». Это гимн чудесному времени пробуждения от зимней спячки. И северяне, как никто, чувствуют этот момент. Особенно в преддверии главного праздника первого весеннего месяца – 8 марта. Уважаемые мужчины, которые присутствуют здесь в зале, несмотря на ваши заслуги, они есть, вы очень уважаемы мною, но все-таки позвольте мне больше акцент сегодня сделать на наших прекрасных дамах. Я вас поздравляю, милые дамы, с наступающим праздником, замечательным. Я желаю, чтобы в день 8 марта все мужики были у ваших ног. Спасибо вам огромное. С праздником! За чашкой чая собрались ветераны труда, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, тренеры. Одни уже на заслуженном отдыхе, другие продолжают помогать юным кировчанам раскрывать таланты и достигать спортивных вершин. Сергею Порфирьевичу Иванову за 80, однако ни возраст, ни выход на пенсию не способны удержать его дома. Я хожу в школу иногда, захожу и интересуюсь им. Что-нибудь помогаю даже. Мои воспитанники раскиданы сейчас по всей Москве, в Ленинграде. И где только они, вот если приезжают в Кировск, они обязательно идут ко мне. Так что они не забывают меня никак. Ирина Позденкова и Татьяна Никулина дружат еще с педагогического училища. Работали вместе в школе номер 2 микрорайона Куки-Сумчор. И обе преподавали в начальных классах. Вспоминается хорошее всегда. Дети вспоминаются, кстати, уже взрослые, большие. Мои первые выпускники, им уже за 50 лет. Они меня узнают, а я их нет иногда. Как-то мы работали все дружно, делились секретами педагогическими друг с другом, помогали друг другу, ходили друг к другу на уроки. В общем, вспоминаю, конечно, это жизнь. Это жизнь, это очень здорово. Одними воспоминаниями вечер не ограничился. Для ветеранов труда подготовили интересную программу с конкурсами и интеллектуальными викторинами. Приумножили праздничное настроение творческие коллективы Кировского городского дворца культуры,